Меня зовут Андрей. Мне 11 лет. Андрюша – спокойный и рассудительный мальчишка. Он очень усидчивый, может долго и внимательно слушать, что ему рассказывают. С удовольствием воспринимает любую информацию. Любое дело, за которое берется Андрей, он стремится довести до конца. Занимаясь прикладным творчеством, Андрюша кропотливо может делать какую-нибудь большую работу. Андрей хочет, чтобы все, что он делает, было правильно. Например, когда пишет, всегда перепроверяет написанное, стремится писать грамотно. Когда я вырасту, хочу стать художником и работать в столовой, готовить. Я буду поваром, работать там, готовить детям. У меня будет там две профессии и две работы. Возможно, перед нами будущий повар или художник. Ведь Андрей очень любит рисовать и готовить еду. Он рассказал, что умеет, например, печь блины и варить макароны. А пока ласковому Андрюше нужны мама и папа, которым он станет отличным помощником.